Движение в Новосибирске оказалось практически парализованным из-за снегопада. Снег и метель начались накануне и продолжались всю ночь. В итоге сегодня даже днем загруженность городских магистралей составляла 8 баллов. По данным гидрометцентра, такие затяжные снегопады в ноябре случаются в Новосибирске раз в 2-3 года. По информации муниципалитета, коммунальные службы работали всю ночь, продолжали расчищать дороги и в течение дня. Однако вывозить снег не успевают. Огромную кучу насыпали даже на парковочных местах для инвалидов возле здания мэрии. Градоначальник пообещал, что ее уберут в течение нескольких часов. Удовлетворительно коммунальные службы работают на проезжей части. Поскольку сам ночью тоже выходил, смотрел и даже проходил пешком специально с тем, чтобы посмотреть, как работает. Ну, к сожалению, обильность снегопадов, она превышала в какие-то моменты, превышала мощности выведенной техники. Поэтому я и говорю о том, что вот ближайшее окно, оно позволит нам быстро наверстать то, что происходит. Аналогичная ситуация в Томске. Интенсивность пробок сегодня днем достигала 8 баллов. И за ночь дорожники не сумели очистить основные магистрали. Ситуацию усугубляют неработающие светофоры на одной из центральных улиц в Комсомольском проспекте. Именно сегодня их отключили на плановую профилактику. А вот в Омске дорожникам удалось справиться с последствиями разгула стихии. Ночью на дороге вывели всю специализированную технику. Это около 400 машин. Утром сильных заторов на городских дорогах не было.